Все это пустая трата времени. И еще оскорбление всем нам. Почему вы там не выйдете? Генри, это сумасшествие. Полное сумасшествие. Можно сказать, безумие. Если ты скажешь, зачем нужна была эта шутка, мы сможем все вернуть в нормальное состояние. Шутка? Но у меня не такое чувство юмора. Значит, это не ты послал генералу Бейкеру фотопленку с непристойными кадрами. Направление в военный суд, полковник. Военный суд, минутку, что происходит? Это все из-за рамки? Уточнение. Из-за рамки моей мамы. Это первый пункт, Фрэнк. А тебя, пташка, запрут в клетку, но не в золотую. Молодец, Фрэнк. Я еще никогда не поднимал руку на женщину, только тронь ее. Я о тебе думал, Фрэнк. Ладно, перестаньте. Сообщите мне, когда придете в себя, тогда мы сможем найти настоящего вора. Я буду у себя в палатке, постучите 3 раза и заходите. Пирс! Подпишите вот здесь, полковник. Прекратите, майор. У него нашли вещи. По крайней мере, генерал Бейкер так понимает. Вы звонили? Я звонила генералу Бейкеру. Извините, я возьму ручку. Где моя ручка? Он опять это сделал. Ваша ручка, сэр, вы оставили ее на моем столе. Спасибо. Вот что значит поспешные выводы. Все равно за ним надо установить постоянные наблюдения. Это смешно. Почему бы не спросить мнение генерала?